Здорово, народ! Всем отличного настроения! Вы смотрите канал «Чай на гаджетс», и сегодня у нас на распаковочном столе горячейшая новиночка, а именно Honor 50. Да, дорогие друзья, наконец-то смартфончики от компании Honor возвращаются на наш рынок. Ну, не скажу, что они прям совсем пропали, но ассортимент, я бы так сказал, подубавился. Все-таки не хватало как топовых девайсов, так и бюджетных решений. Но теперь вроде как все должно восстановиться, и скоро сюда хлынет большое количество интересных устройств. Тем более в Китае сейчас все больше и больше представителей. Я очень надеюсь, что и Magic 3 привезут. Это вообще там просто какой-то космический смартфон. Обязательно тоже, ребят, постараюсь его достать и тщательно протестировать. Но сегодня мы знакомимся с Honor 50. Чем отличается данный аппарат, собственно, от других? У него тут 778 Snapdragon, повторюсь, Google сервисы, 120-герцовая OLED-матрица, быстрая 66-ваттная зарядка и первая, насколько я помню, 108-мегапиксельная камера в смартфонах от компании Honor. Вот Realme-шки, в принципе, неплохо реализовали 108-мегапиксельный сенсор, также Xiaomi, а теперь мы посмотрим, как это сделала компания Honor. Я очень надеюсь, что ребята точно в этом не подведут, зарешают так инженеры и программисты с камерами вообще работают у них на отлично. То есть, ну, все помнят, что Honor всегда славились достойными камерами. Я надеюсь, наш сегодняшний герой нас не подведет. Ну и поставляется девайс вот в такой вот простенькой, уже, можно сказать, классической Honor-овской белой минималистичной картонной коробке. Название модели всячески переливающееся на свету. 5G наклеечка, тут ничего нет, но и сзади некоторые технические характеристики. У нас тут версия на 8 гигабайт оперативной памяти и 128 накопитель, цвет зеленый. Ладно, в общем, мы приступаем к вскрытию. Погнали, ребят! Кстати, Honor и флагманской серии всегда относились к топовым высокопроизводительным камерафонам, так и 50-ки должны перенять отличия своих небезызвестных прародителей. Однако на рынке в данном ценовом сегменте сейчас довольно много смартфонов-конкурентов. Кстати, о конкурентах. Давайте-ка организуем подборочку, что у нас есть по месту из топовых заряженных камерафонов. Отправляемся на e-каталог, далее заходим в подбор по параметрам, ставим галочки напротив флагманы, затем мощные смартфоны, ну, чтобы выдавать качественные фото, немаловажно. Важен и чип, который использует девайс. После добавляем память и оперативки по вкусу и, конечно же, щепотку мегапикселей и объективов. Готово. Ну и теперь наглядно в таблице мы можем увидеть и заодно по линейке сопоставить каждый из смартфонов непосредственно перед покупкой по всем параметрам. Благо на e-каталог все расписано прям до мелочей. Отбросив все сомнения, переходим на страницу товара. Тут, кстати, можно покрутить 3D-модельку девайса перед покупкой и выбрать нужный цвет. Сортируем по ценнику и делаем покупку с умом. Итак, это сюды, ну и первым делом нас встречает, разумеется, сам наш сегодняшний герой. Тянем за хлястик и отложим его пока что в сторонку. Тут у нас идет скрепка для извлечения сим-лотка и, конечно же, фирменный чехольчик. Силиконовый, прозрачный, не скажу, что он прям какой-то супер крутой навороченный, но в целом на первое время опять же сгодится. У него есть бортики для защиты камеры. Так, что еще интересного, защищает он, кстати, еще и клавиши переключения и регулировки громкости. Сзади нет никаких дополнительных заглушек. Ну, в принципе, простой такой чехольчик. Ну, как вы можете заметить, у нас тут еще есть небольшой вырез. Вот он так вот идет. Это говорит о том, что смартфон имеет такой изогнутый дисплей. Совсем чуть-чуть. Это не экран-водопад. Ложных и фантомных нажатий быть не должно. Но все равно присутствует такой дисплейчик. То есть он, ну, не скажу, что будет прям супер защищен. Так что есть такие бампера на Алике. Можете посмотреть. Они будут защищать смартфон лучше. Ну, а повторюсь, на первое время сгодится без проблем. Далее у нас идет USB-C кабель. И, конечно же, здоровенная такая вот зарядочка, она у нас на 66 ватт, батарейка у смартфона на 4300 мАч, что опять же не рекорд, но в целом на день актива должно хватать, потому что, ну, с оптимизацией оболочки у них, ну, у ребят из компании Honor, из компании Huawei всегда было все неплохо, поэтому 4300, ну, посмотрим, протестируем, поглядим, пока что забегать наперед не буду. Повторюсь, зарядка на 66 ватт, то есть она должна заряжать сей аппарат примерно за полчаса, там плюс-минус, это очень и очень хорошо. Все, вот так выглядит комплектация от нашего сегодняшнего героя. Я надеюсь, у нас там поклеена какая-нибудь пленочка на дисплей. Было бы вообще просто шикарно, потому что на изогнутый дисплей клеить пленки самому — это то еще удовольствие. И да, действительно, у нас тут есть пленочка. Вот глазок фронтальной камеры сквозь нее сияет. Кстати, ну, точнее, тут есть вырез небольшой. Ну и все, давайте... А, я уже поубирал все эти ненужные транспортировочные пленки. Тут была еще какая-то наклейка. В общем, давайте-ка ознакомимся с экстерьером нашего сегодняшнего героя более подробно. На лицевой стороне Honor 50, разумеется, находится отверстие для глазка фронтальной камеры, далее сверху идет разговорный динамик и датчики. Ну и, собственно, дисплей с диагональю 6,57 дюйма с немного изогнутыми краями.
Справа у нас находится качелька регулировки громкости и кнопка включения. На левом же торце, кстати, ничего нет. Сверху у нас находится только два микрофона для шумоподавления. На нижнем же торце у нас находится прорезь динамика громкоговорителя, USB-C разъем, микрофон и слот под две нано-сим-карты. Ну и на тыльной стороне нашего героя находятся сразу вот такие вот два чернючих глазка основной камеры, в недрах которого сверху у нас один, собственно, модуль используется, а внизу три. Ну и снизу у нас расположился логотип компании Honor. Ну и по традиции, так, задник у нас полностью глянцевый, он прекрасно собирает все ваши отпечатки пальцев. Кстати, девайс у нас поставляется в черном, жемчужно-розовом, а также с надписями Honor, прям вообще на всю заднюю крышку, ну и в этом вот темно-зеленом окрасе. Но вы только посмотрите на этого красавца. Хотя, в целом, наверное, зеленый может быть не самый яркий для него раскрас. Повторюсь, там в линейке, в палитре есть еще и розово-фиолетовый с надписями прям на всю заднюю крышку. Но это уже прям для ярых фанатов. А также черный. Ну, черный это прям вообще максимально, по мне, неудачный вариант, потому что вот эти глазки камер тоже все это скроется. Но, опять же, черный для любителей классики. Мне бы хотелось бы видеть там синий вариант. Давно красных телефонов вообще никто не делал. Вот красный цвет, ну прикольно же было бы, согласитесь. Особенно для такого дизайна, я думаю, многим гражданкам бы точно зашел, да и не только гражданкам, потому что красный цвет такой довольно прикольный вариант был бы смартфона, однозначно. Хотя даже под моими лучами ламп он неплохо так переливается, лучи такие стреляет, пуляет, так что в целом с дизайном тут все окей, и к внешке у меня лично никаких претензий нет, плюс еще сборочка довольно неплохая, ну у Honor всегда смартфон были такими взбитенькими, и нигде ничего не люфтело, не кряхтело, не болталось. Пока что никаких таких явных косяков по сборке не вижу. Приятный аппарат, который неплохо лежит в руке как с этой стороны, так и с этой. Ладно, в общем, ребят, давайте-ка посравним его с ближайшими конкурентами, опять же, опираясь на ценник нашего сегодняшнего героя. Наверное, это, допустим, будет Realme GT Master Edition, они близки по ценнику, но Realme-шка тут уже используется кожа прям для эстетов, я не знаю, ну, интересное решение. Мне кажется, вот сколько вот он, когда он затрется, вот честно говоря. Пока что все отлично, все равно лучше таскать его в чехле, когда, хотя на ощупь прикольно, мягенький такой вот он. Вот, но насчет долговечности это, конечно, под вопросом, потому что кожа это дело такое себе. Ну, а так выглядит он, ну, как чемодан он выглядит, ребят. Ну, я не могу сказать то, что он мне не нравится. Он симпатичный, симпатичный аппарат, необычный такой, это форма, выпуклые такие штуки по периметру. Наш герой все-таки более классический и берет за счет этих вот градиентных переливов игрой света. Так, следующий вот аппаратец, можно сказать, дальний родственничек, это Huawei Nova 8. И у нас что? Давайте-ка смотреть, чем же они похожи. Мне кажется, глазками основной камеры, только единственное, что у Honor она чуть-чуть более вытянутая, да, получается. Но так, в целом, есть нотки общего дизайна. Вот тут бы был бы кругляк и был бы точно вообще прям брат-близнец. Но так, по массогабаритам они прям очень и очень похожи. Так, что у нас тут снизу? Ну, вот такая же фаска идет, правда, слот под сим-карту здесь есть, а тут слота под сим-карту нет. Также скругленные грани, кнопки одинаковые. Ну, понятно, тут симка сверху, там симка снизу. Что еще интересного? Ну и на этих сторонах ничегошеньки, ребят, нет. Так что такой вот дальний родственничек, и в этом раскрасе прям вообще космос. Мне кажется, Honor тоже надо было. Хотя, в принципе, у них есть очень похожий фиолетово такой серебристый раскрас. Голубой. Я не знаю, как его назвать, потому что он тоже переливается всеми цветами радуги. А далее у нас по списку Poco F3, тоже, по сути, конкурент. Но, опять же, в таком более строгом черном исполнении. Напомню, Honor есть тоже в точно таком же окрасе. Ну и обязательно, ребят, напишите в комментариях, какой вам из представленных сейчас девайсов понравился больше. Так, ладно, все, давайте-ка запускаться и знакомиться с интерфейсом, а также тестировать нашего сегодняшнего героя. Я прохожу все необходимые быстрые настройки, и мы продолжаем. Ну что, народ, погнали! Адский разгон, и мы отправляемся, собственно, в оболочку Magic UI. Ну, думаю, ни для кого не секрет, что Magic UI и MIUI Oxygen OS это очень близкие... Ой, какой Oxygen OS? Это уже совсем другая оболочка. Harmony OS. Это дочерние оболочки, которые в целом очень и очень похожи друг на друга. Если вы пересаживаетесь на аппарат, ну, с одной оболочки на другую, то вы не почувствуете каких-то кардинальных изменений, которые бы вызвали какие-то затруднения
поведения при использовании устройства. То есть, в принципе, они все очень-очень похожи. Каждая из них, конечно же, отличается своими фишками, своими подпунктами, своими особенностями, плюсами и минусами. Но в целом, повторюсь, они очень и очень похожи, ребят. Так, давайте-ка посмотрим информацию о телефоне. Да-да. Так, информация о телефоне Honor 50, 11 Android, свежачок прямиком из коробки. У нас далее 8 ГБ оперативной памяти, Snapdragon 778G. То есть у нас есть еще неплохой запас на будущее. Ну, относительно неплохой, потому что это такой крепкий середняк. 128 гигабайт накопителей, из которых сейчас доступно пользователю 107, но я сюда уже скинул немного софта, немного программ и тестовых треков, чтобы послушать динамики нашего сегодняшнего героя. Ну и в целом, опять же, давайте-ка попробуем обновиться ли девайс, прилетит ли нам какая-нибудь обнова. Напомню, Magic UI используется 4.2, и это последняя версия ПО. То есть, в целом, это, опять же, не удивительно, потому что девайс, вот он, прям из печки, с пылу жару, совершенно свежий аппарат. Так, сейчас, секунду, настройки экрана, и мне интересно, стоит динамическая частота обновления, но мы ставим принудительно 120, потому что мы не идем на компромиссы. Все, хотя, в целом, наверное, она и была сейчас изначально, потому что, ну, в менюшке 120 он автоматом должен выставлять. Относительно плавный, никаких вообще вопросов к данной оболочке нет, потому что те, кто работал, те, кто сталкивался с Magic UI, опять же, я думаю, ребята, вы меня поймете, полностью оболочка плавная, анимации тоже такие комфортные, все довольно гладенькое, вылизанное, уже, я не знаю, из поколения в поколение, поэтому в целом пользоваться смартфоном будет очень и очень удобно. Из коробки, повторюсь, у нас идут все сервисы Google, тут есть NFC, то есть можно будет не заморачиваться, ставим Google Pay, его, разумеется, тут я не вижу, но это нормально, Google Pay мало кто прям из коробки ставит на свои устройства, он качается из Google Play Market, и там буквально 5 секунд настраиваем карту и так далее. Это делается на всех смартфонах одинаково, и можно будет пользоваться полноценно бесконтактной оплатой. Хотя, в принципе, с приложением кошелек тоже можно пользоваться этой самой бесконтактной оплатой без проблем. Тут у нас есть всевозможный свой предустановленный софт. Разумеется, в начале при запуске он предлагает еще поставить всяких, там, ну, которые сейчас обязаны ставить на все устройства. Там госуслуги, еще прочие программы, которые, ну, в принципе, мы и так всеми ими пользуемся, но я сейчас не ставил. Я поубирал все галочки, пока что мне они тут не нужны. Так, ну и вот есть тут, конечно, софт предустановленный из коробки. Хотя, в целом, оболочка довольно-таки легкая, можно сказать, воздушная, нет никакого дополнительного мусора и ненужной рекламы. Так, что еще хочу отметить, экранчик, давайте-ка наболтаем яркости. Ну, я думаю, сейчас вы все ослеп... Ух ты, елки-палки. Блин, им можно пользоваться, наверное, фонарем в ночи. Так, давайте-ка его покрутим под экстремальными углами, практически 180 градусов. В целом, ну, яркость, конечно, под такими углами падает, это нормально, но главное, что экран вроде как даже толком не зеленит, что свойственно обычно AMOLED-панелям, там либо чуть-чуть в синие оттенки уходит, либо в зеленые. Тут же вроде как остается белым. Опять же, не знаю, как это передает моя камера, но глазами вижу все окей. И тут просто какая-то космическая максимальная яркость, так что днем смартфон уж точно слепит. Не будет. Так, минималочка. Ну, опять же, тоже комфортная, практически ничего не видно будет. Так, и где-то так для максимально комфортных значений. То есть половина, и опять же, в принципе, поджирать батарейку она сильно не будет. Так, я уже вижу значок NFC у нас тут активирован. Ну и давайте-ка я поставлю сюда тест Antutu, и мы выжмем из нашего героя все соки. Ну и в Antutu 9 версии, по результатам 5 прогонов, наш сегодняшний герой набирает в среднем 520 685 очков. Результаты скакали от 510 тысяч до 530, что опять же соответствует в целом тем же показателям для 778-го G-дракона. Так, это у нас уже кто-то просится на сравнение, а кто же просится? А мне кажется, это у нас... Ну ладно, в любом случае, я не знаю, кто это пикнул, тут их очень много, так что давайте-ка по порядку. Это у нас Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE. Mi, потому что в Antutu Mi, и меня не перебить. А так вообще называется он уже 11 Lite 5G. Ладно, это все заморочки компании Xiaomi. И тут устанавливается точно такой же процессор, который в среднем набирает от 505 тысяч очков, он выбивал также до 530, так что в целом можно между ними поставить знак равно в синтетике. Вот смотрите, кстати, по процессорным числам вообще по баллам прям
тютелька в тютельку. Далее по графике съемка чуть-чуть вырвалась вперед, по памяти Honor и по UX Honor. Но опять же, это все у нас, ребят, плюс-минус очень схожие показатели на уровне погрешности, и никакого весомого перевеса я сейчас пока что не увидел. А далее у нас будет Realme GT Master Edition. У него используется тоже 778 Snapdragon, абсолютно одинаковые чипы, но благодаря улучшайкам и бустерам от компании Realme он немножечко больше набирает синтетики, но я думаю, на практике эта разница максимум будет в один кадр в тех же самых играх, плюс-минус. Но смотрите, я тут тоже использовал буст максимальный, тут тоже есть свои улучшайки, так что игроманы, все в порядке. В синтетике, повторюсь, это, кстати, лучший результат для GT Master. Он также опускался до 525 тысяч очков, что соответствует, повторюсь, 1-1.5%, 1-2% в сравнении с тем же Honor 50, так что в повседневной эксплуатации в этой разнице, ребят, уж точно не почувствуете, но все-таки реалмишки в синтетиках выжимаются вообще по максимуму. А сейчас давайте-ка сравним с очень близким аппаратом от компании Huawei. Он уже идет на Kirin 820E, если мне не изменяет память. Это, кстати, 6-ядерный чип, и он набирает вот 392 тысячи очков, что, опять же, не дотягивает до 778 G-дракона, но аппаратец тоже показал себя вполне себе адекватно в играх, без звезд неба, но поиграть можно и вполне себе комфортно. У нас что получается по процессорной части? Да по всем фронтам присутствует отрыв в сторону Honor 50. И еще один аппаратец из примерно такого же ценового сегмента, это Poco F3 на 720 G-драконе, но тут, ребят, уже без вариантов, 870, конечно же, будет мощнее 778 G-дракона, и если вы прям берете аппарат именно с упором на железо, то Poco F3, наверное, сейчас один из лучших аппаратов за свои деньги по выбиванию попугайчиков в Antutu в бенчмарках, да и в играх он тоже вполне себе неплохой. Нашего героя нам еще предстоит, ребятки, протестировать тщательно, детально, подробно, с FPS, нагревом, с тротлинг-забегами, разумеется, если вы меня поддержите. Давайте-ка дружно набираем 1111 больших пальцев вверх прямиком под этим роликом, и мы отправляем нашего героя на большой тест-игр, так сказать, на эпическую зарубу, и посмотрим, из чего же он действительно сделан. А сейчас музыкальная пауза. Мы отправляемся в нашу переносную библиотеку Ютуба, потому что другие треки на Ютубе лучше не слушать. Если переживаете за безопасность своего канала. Отправляемся в тест и слушаем первый попавшийся рандомный трек. Громкость на максимум ценим. Динамик тут, ребят, один. Да, один. В целом неплохо. Низы есть. Но, опять же, он не самый громкий, что я слышал. Обычно такой неплохой динамик, но без звезд неба. Главное, качественный. Но ему не хватает брата сверху. Сейчас короночка от компании Honor, потому что мы, ребят, переходим к камерам. Нашего сегодняшнего героя оснастили фронталочкой на внушительные 32 мегапикселя. У нас есть задел под неплохой селфи-фон, но основная получила, собственно, главный датчик на 108 мегапикселей от компании Samsung. Далее идет ширик на 8, 2-мегапиксельный макро и еще один 2-мегапиксельный сенсор для эффекта красивого боке. Тут же у нас еще идет вспышка, ребят, и, конечно же, вот этот шикарнейший гламурный дизайн. Переходим в приложение камеры. Тут, собственно, все нам, опять же, до боли знакомо по другим смартфонам от компании Honor. Есть активация искусственного интеллекта, можно всякие красилки включить, тут эффекты, дополнительные настройки, где мы можем найти качество видеосъемки. Это будет 4K, только 30 кадров в секунду, но зато должна быть система стабилизации, уж точно. Тут же можем перейти на широкий угол, возвращаемся обратно, и сразу же быстрый доступ у нас к двукратному цифровому зуму. Опять же возвращаемся, есть портретный режим, ночь, кстати, ночь должна быть довольно неплохая, потому что на Honor'ах всегда с ночью было все хорошо. Что еще интересного? Тут мультивидео, то есть можно... Что-то осталось, лысина. Все. В общем, можно снимать как себя, так и то, что происходит. Это у нас функция двойного экрана. Про режим, панорама, HDR, документы, история. Тут все как у всех. И активация
108 мегапикселей. Собственно, теперь будет смартфон фотографировать с максимальной детализацией, чем мы, ребят, сейчас и займемся. Так что я отправляюсь на улицу, беру его ближайших конкурентов за пазуху, и мы, собственно, смотрим, кто же из них действительно фотографирует лучше. Тест записи видеокамеры смартфона Honor 50. Запись ведется в максимальном 4K разрешении, это 4K 30 кадров в секунду. Используются максимальные настройки для видеосъемки. У нас, да, действительно, тут есть система стабилизации. Идем обычным прогулочным шагом, гуляем по центральной площади города Тихорецка. И вот такая картинка у нас, ребята, в целом получается. Так, давайте-ка еще проверим систему автоматической фокусировки на макро. Ага, есть. На горизонт. Довольно быстро. Еще раз макро. И еще раз на горизонт. Сейчас, ребят, мы переключились уже на широкий угол. Тут максимальное качество записи видео получается Full HD 30 кадров в секунду. Но самое главное, по-прежнему есть система стабилизации. Так что, я думаю, ширика тоже можно вполне себе адекватно поснимать. Да, конечно, хотелось бы, чтобы и он тоже поддерживал 4K видеосъемку. Но самое главное, ребят, что у нас тут есть стаб. И вот этот шикарный котейка на ступеньках. Да, котяра? Как день? Еще раз всем привет, дорогие друзья, сейчас запись ведется уже на переднюю камеру нашего сегодняшнего героя, и тут запись ведется, получается, в максимальном разрешении, это Full HD 30 или 60 кадров в секунду, но самое главное, у нас никуда не ушла система стабилизации, так что для небольших видеозарисовочек фронтальная камера вполне себе сгодится. Ну что ж, мои дорогие друзья, традиционно на этой самой ноте мы будем с вами закругляться. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить свой большой палец вверх, подписываемся на канал, прожимаем колокольчики, чтобы не пропускать новые ролики, а также посещаем мою группу ВКонтакте и мой Инстаграм. Там я публикую фотосессии устройств, которые приходят ко мне на тестирование, а также там проводится голосование за следующие интересные девайсы для обзоров. Всем, ребят, огромнейшее спасибо за внимание и поддержку, ну и до новых встреч!